Хари Кришна. Как вы думаете, дорогие преданные, через онлайн передается бхакти или нет? Да. Иногда вот, говорят, надо именно лично присутствовать, потому что можно видеть человека, то есть там 7% передается через слова, 35% через эмоции, мимику, 55% через жесты, позы, тело, как-то там. И бывает такая категоричная, ну, мнение, что надо обязательно лично присутствовать. Могу поделиться своим пониманием. Нам необходимо, ну, вопрошание внутреннее необходимо для того, чтобы именно для нас также Кришна открывался. Например, Прабхупада, он записывал свои лекции на пленку. И мы сейчас слушаем лекции Прабхупады. Если мы вопрошаем внутри, то мы имеем связь с Гуру Парампарой. Поэтому, конечно, жаль, что такая ситуация сейчас, и у нас нет возможности вместе собираться, слушать, но есть возможность продолжать слушать благодаря современным технологиям. И как только, ну, когда ученик готов, то и учитель тоже проявляется. Поэтому то, как лектор дает лекцию, оно также в значительной степени зависит от аудитории. У меня есть такой пример, когда одна матаджи, она приехала здесь, в Днепропетровск, на семинар Аударидхамы Прабу. И у нее, она ехала там из другого города, у нее список был там из 6 или 8 вопросов. И первые 5 минут семинара Аударидхама Прабу ответил на ее вопросы. Так как это происходит, то сфера душа устраивает, что по мере запроса преданных в аудиторию, то есть именно может все ответы приходить в ходе лекции. Потом необходимо также слушать, потому что часто бывает такое, когда мы хотим задать какой-то вопрос, думаем об этом. У меня был такой опыт, когда ты задаешь духовному учителю вопрос, а он говорит, так я же об этом говорил в лекции. То есть мы можем во время лекции не отдать духовному учителю свое ухо, сердце, ну, да, чтобы внимать, ну, послание трансцендентного мира от духовного учителя. А мы можем думать о чем-то прошлом, настоящем, будущем и пропустить ответ на свой вопрос. То есть это такое вот поклонение и играм, описывающим, играм Кришны, описание деяний, качеств, то есть мы даем, ну, то есть, можно сказать, свой слух посещаем. Поэтому даже если лектор может быть недостаточно квалифицирован, из-за того, что у аудитории может быть очень живой запрос на осознание Кришны, то Кришна, отвечая на запрос преданных в аудитории, он может уполномочить лектора для того, чтобы открываться, чтобы Кришна открывался им. Джай Рада Мадава Кунджа Бихари Гопи Джанавала Багири Варадари Джай Рада Мадава Кунджа Бихари Гопи Джанавала Багири Варадари Джай Рада Мадава Кунджа Бихари Гопи Джанавала Багири Варадари Джай Рада Мадава Кунджа Бихари Гопи Джанавала Багири Варадари Яшода Нандана Враджана Ранджана Ямуна Тиравана Чари Яшода Нандана Враджана Ранджана Ямуна Тиравана Чари Яшода Нандана Враджана Ранджана Ямуна Тиравана Чари Я
Яшода Нандана, Раджаджана Ранджана, Ямуна Тиравана Чари, Джай Рада Мадава Кунджа Бихари, Гопи Джана Вала Багири Варадари. Гопи Джана Вала Багири Варадари. Джай Рада Мадава Кунджа Бихари, Гопи Джана Вала Багири Варадари. Джай Рада Мадава Кунджа Бихари, Гопи Джана Вала Багири Варадари. Яшода Нандана Враджа Джана Ранджана Ямуна Тира Ваначари. Яшода Нандана Ямуна Тира Ваначари. Яшода Нандана Враджа Джана Ранджана Ямуна Тира Ваначари. Яшода Нандана. Джай Рада Мадава Кунджа Бихари, Гопи Джана Вала Багири Варадари. Джай Рада Мадава Кунджа Бихари, Гопи Джана Вала Багири Варадари. Джай Рада Мадава Кунджа Бихари, Гопи Джана Вала Багири Варадари. Гопи Джана Вала Багири Варадари. Яшода Нандана Враджа Джана Ранджана Ямуна Тира Ваначари. Нандана Враджа Джана Ранджана Ямуна Тира Ваначари. Яшода Нандана Враджа Джана Ранджана Ямуна Тира Ваначари. Яшода Нандана Ямуна Тира Ваначари. Яшода Нандана Враджа Джана Ранджана Ямуна Тира Ваначари. Яшода Ямуна Тира Ваначари. Джая Рада Мадава Кунджа Бихари, Гопи Джана Вала Багири Варадари. Джай Рада Мадава Кунджа Бихари, Гопи Джана Вала Багири Варадари. Джай Рада Мадава Кунджа Бихари, Гопи Джана Вала Багири Варадари. Джай Рада Мадава Кунджа Бихари, Яшода Нандана Враджа Джана Ранджана Ямуна Тира Ваначари. Яшода Ямуна Тира Ваначари. Яшода Нандана Враджа Джана Ранджана Ямуна Тира Ваначари. Яшода Ямуна Тира Ваначари. Яшода Нандана Враджа Джана Ранджана Ямуна Тира Ваначари. Джана Ранджана Ямуна Тира Ваначари.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Кришна Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Джая Кришна Баларам, Кришна Баларам, Кришна Баларам, Джая Кришна Баларам, Кришна Рам, Кришна Баларам, Кришна Баларам, Джая Радишьям, Джая Радишьям, Джая Радишьям, Джая Радишьям, Радишьям, Джая Радишьям. Джая Гири Говардан, Гири Говардан, Гири Говардан, Джая Гири Говардан, Гири Говардан, Гири Говардан. Джая Лалита Вишака, Радишьям, Джая Лалита Вишака, Радишьям, Лалита Вишака, Джая Радишьям, Джая. Нитай Гора Хари Бо, Хари Бо, Хари Бо, Нитай Гора Хари Бо, Нитай Гора Хари Бо.
Джая, джая, Прабхупада, 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 джая, Шрила, Прабхупада, джая, Прабхупада, 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 джая, Шрила, Прабхупада. Шри Харинам, Санкиртан, Ягюки, Шри Риндаван, Дам, Киджа, Шри Джаганатха, Пуридама, Киджа, Шри Майпурдама, Киджа. Вся слава собравшимся преданным, Харе Кришна. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Хари Кришна. Хари Кришна. Традиционно мы можем почитать из Бхагавад-гиты, которая является фундаментом нашей духовной жизни. Почитаем заключительный текст 9 главы 9.34. Манмана бхава мат бхакто мат яджи мам намаскуру мамы вайшаси юг твай вам атманам мат параянага. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение и поклоняйся мне. Полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне. Кришна заканчивает Арджуне самое сокровенное знание. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение и поклоняйся мне. Полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. И божественная милость Абхай Чарана Равинда Бхактивиданта с вами, Шрила Прабхупада Ки Джай. Здесь ясно сказано, что метод сознания Кришны – единственный метод освобождения из плена материальной энергии. Недобросовестные комментаторы подчас искажают предельно ясный смысл этого стиха, в котором сказано, что преданное служение должно адресоваться Верховной Личности Бога Кришне. К сожалению, эти беззастенчивые комментаторы сбивают людей с толку, навязывая им ложные взгляды. Они не понимают, что между умом Кришны и самим Кришной нет никакой разницы. Кришну нельзя считать обыкновенным человеком, он абсолютная истина. Его тело, ум и сам он едины и абсолютны. В своем названии, в своем комментарии к читанию Чаритамрити Адилила 5.41.48 под названием Анубхашья Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами цитирует Курма Пурану. Деха дехи випхидо ям нешваре видьяте квачит. Это значит, что сам Кришна, Верховный Господь, и его тело не отличны друг от друга. Но поскольку эти комментаторы не знают науки о Кришне, они стараются скрыть Кришну и отделяют его самого от его ума и тела. Все это свидетельствует о том, что такие комментаторы абсолютно не понимают науку о Кришне, но тем не менее им удается наживаться, обманывая других. Есть демоничные люди, и они иногда тоже думают о Кришне, но с ненавистью, как это делал царь Камса, дядя Кришны. Он беспрестанно думал о Кришне, но при этом считал его своим врагом. Постоянно пребывая в беспокойстве, Камса ждал, когда Кришна придет, чтобы убить его. Подобные мысли не принесут нам блага. Мы должны думать о Кришне с любовью и преданностью. В этом суть бхакти.
Для этого нужно постоянно углублять свои знания о Кришне. Что это значит? Это значит, что знания нужно получать от истинного духовного учителя. Кришна – Верховная Личность Бога, и, как мы неоднократно говорили, Его тело нематериально, оно вечно исполнено знания и блаженства. Такие беседы о Кришне помогут нам стать Его преданными, а знания о Кришне, полученные из неавторитетного источника, не принесут никакого результата. Поэтому преданный должен сосредоточить ум на вечном, изначальном образе Кришны и поклоняться Ему с непоколебимой верой в то, что Кришна – Верховный Господь. В Индии есть сотни тысяч храмов, в которых люди поклоняются Кришне и занимаются преданным служением. Тот, кто таким образом служит Господу, должен всегда выражать Ему почтение. Склоняясь перед Божеством, человек должен служить Господу телом, умом и всеми своими поступками. Таким образом, он всегда будет поглощен мыслями о Кришне, не думая ни о чем другом, и в конце концов перенесется на Кришналоку. Мы не должны позволять недобросовестным комментаторам обманывать нас. Вместо этого нужно всегда заниматься 9 видами преданного служения, которое начинается со слушания и повторения повествований о Кришне. Чистое преданное служение – это высшее достижение человека. В 7 и 8 главах Бхагавад-гиты шла речь о чистом преданном служении Господу, свободном от тенденций к спекулятивному философствованию, мистической йоге и кармической деятельности. Тех, чье сознание очищено не полностью, могут привлекать другие аспекты Господа, такие как Брахмаджоти и Параматма в сердце каждого живого существа. Но чистый преданный служит только Верховному Господу. В одном замечательном стихотворении о Кришне говорится, что люди, поклоняющиеся полубогам, не имеют разума и лишают себя возможности получить от Кришны высшую награду. Действия начинающего преданного могут иногда не соответствовать эталону чистого преданного служения, но он все равно стоит выше любых философов и йогов. Того, кто постоянно занят деятельностью в сознании Кришны, следует считать святым человеком. Он будет все реже и реже совершать случайные проступки и в скором времени обязательно достигнет совершенства. Для чистых преданных возможность падения фактически исключена, ибо их опекает сам Верховный Господь. Поэтому разумный человек должен встать на путь сознания Кришны и счастливо жить в материальном мире. В свой срок он получит высшую награду – Кришну. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 9 главе Шримад Бхагавадгиты, которая называется «Самое сокровенное знание». Манмана бхава мат бхакто матьяджи мам намаскуру маме вайшаси юктва ивам атманам мат параянага. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение и поклоняйся мне. Полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне. Ом агьяна тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшур Унмилитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Сваям Рупах Кадамахьям Дадати Свападантикам Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Я вспомнил историю с Радханатха с вами. Когда было землетрясение, там в Индии они принято повторять святое имя. И это, они молятся: Господь, пожалуйста, прекрати это землетрясение. Искренне повторяя Хари Кришна, а она с вами молится: Господь, пожалуйста, потряси еще немного, пусть они так повзывают. Спасибо, что вы так взываете. Я очень вдохновился. Хари Кришна, ну, о чем можно говорить? Я спросил Мукундурану Прабху, о чем говорить. Он говорит: ну, все хотят домой к Богу, вот давайте поговорим об этом. И вот этот стих, он начался как раз с этого. Конечно, мы можем лукавить, когда мы говорим, что я хочу домой к Богу. У Нарады Муни было такое благословение, да, когда он увидел Господа своего сердца, Нараяну, который был, ну, задумчивым. Он спросил: что тебя беспокоит, дорогой Господь? Меня беспокоят те души, которые находятся в материальном мире и не возвращаются ко мне. И преданный Нарада, так же, как и каждый из нас, стремится стать преданным, и он хочет уменьшить беспокойство Господа. Господь Читани, например, он беспокоится, да, за Явана, Млечхов, за неподвижных живых существ, за подвижных. И Харидас Такур, он пытается успокоить его: не беспокойся, не все освободятся благодаря твоему Намабхасу, и твои последователи будут петь Хари Кришна, и даже подвижные, неподвижные живые существа, они освободятся. И тогда Нарада Муни, он тоже, как преданный, сказал Господу Нараяне: как я могу, ну, дай мне, пожалуйста, благословение, Господь, что я могу освободить души. Ну, хорошо, ты можешь освободить каждого, кто пожелает. Вот Нарада Муни такое было благословение. Каждый, кто захочет освобождения, Нарада его заберет с собой. И вот Нарада, он пришел в этот мир, не помню, куда пришел, подскажите, куда он пришел? В Днепропетровск, по-моему, приходил, да? В Днепропетровск. Куда? На ярмарочный спуск 39 пришел, да? И тоже преданные, которые практикуют сознание Кришны, правильно? То есть наиболее те, кто желают, ну, восстановить свои отношения с Господом. Пришел и сказал: ну что, Мукундаграна Прабху, поехали. Поехали, но мне надо еще открыть Намахату, мне нужно еще провести Харинаму. Нарада Муни, не приходи, когда мы разовьемся, да? Или Мукундаграна Прабху мог сказать: Нарада Муни, спасибо, благослови же, мы тут продолжали вместе с Санкиртаном, да. Но тогда Нарада Муни, он пришел, говорит: Мукундаграна, милостью Шрилы Прабхупады мы уже освобождены, нам просто нужно еще больше милости гуру Гауранги, и постепенно мы больше можем привязаться к Кришне. Но вот Нарада Муни, тогда он пришел к Браману и сказал: ну вот, давай, духовный мир, мы знаем, эти спектакли даже преданные ставят, да, что конечно, но ты еще немножко, мне тут надо кое-что поделать, и ты приходи обязательно. Мы можем иногда даже себя узнавать в таком брамане, да, который может быть еще не до конца хочет. Ну, это также может быть вопросом созревания, как вот кокос, когда зеленый, у него там он не тарахтит, а когда он уже созрел, кокос, то этот внутренняя часть, вот этот белый, мякоть, да, она уже стенок касается. То есть это тоже преданный, который здесь вот практикует сознание Кришны, и он на определенной стадии привязанности к Кришне уже не привязан к материи, понимаете? То есть вот он уже говорит: Господь, можешь меня забрать, когда тебе угодно. Я вот готов. Но если у тебя есть дело для меня здесь, я буду здесь делать эти дела. Если ты хочешь, чтобы я продолжил служение в другом месте, я продолжу в другом месте. Если хочешь, чтобы я вернулся домой, я вернусь домой. Но он также хочет домой. Это не то, что желание освобождения, это продиктовано его также, ну, желанием служить в своих вечных отношениях с Господом. Можем посмотреть этот комментарий.
Прабхупада начинает. Здесь ясно сказано, что метод сознания Кришны – единственный метод освобождения из плена материальной энергии. И смотрите, какой метод сознания Кришны. То есть вся эта Бхагавад-гита, она приходит к этому стиху, 34-й, который еще раз повторяется 18.65 перед Сарвадваром Панижа. 18.65. Четыре момента. Манмана, Бхавамадбхакто, то есть думай обо мне, будь преданным моим. Бхавамадбхакто. Мамьяджи, то есть совершай ягью, поклоняйся мне, совершай деятельность для моего удовлетворения. И мам на маскуру, это кланяйся телом, умом, речью, кланяйся. Это четыре процесса, и как вот, Сиддхартха Прабху этот момент, я услышал от него, что Прабхупада говорит, что преданный это ум. Знаете, то есть это, мы можем также видеть этого брахмана, который узнал, он был бедным, он узнал, что Господу можно поклоняться в уме, и он начал практиковать, готовить для Господа блюдо. Этот. Да, обычно мы поем мантру, призываем святые реки, да? Ганга чаяму начари, гадавари сарасвати, намасте сингху каверю, джалисмин санитхам куру, да? Все 70-х рек. А этот брахман, узнав, что в медитации можно поклоняться Господу, он лично ходил на каждый берег этой реки, набирал воду, золотые серебряные кувшины, то есть это мол, Господу и тому подобное. И он готовил рис, и в один момент он решил проверить горячий рис, он должен быть холодным, можно ли его предлагать божеству. И он дотронулся и вышел из медитации, потому что увидел ожог на своем пальце. И тогда Господь Нараяна улыбнулся на Вайкунтхе, и этот, чем вызвал неподдельный интерес у своих спутников, и послал, или сам лично, я не помню, как он забрал этого брахмана к себе. Поэтому у нас необходим интерес к Кришне. То есть, понимаете, то есть это опыт показывает, что в сознании Кришны преданные вот, что хотят, то и получают. Вот, именно, какие у них желания сердца, вот так оно исполняется. Потому что мы связаны деятельностью, и мы либо мы практикуем преданное служение, либо мы занимаемся деятельностью, которая, ну, можно сказать, связана с преданным служением. Да? И поэтому мы очень много можем зарабатывать благочестие. И, как правило, вот, наши желания не сбываются. Поэтому, если мы в самом начале своей жизни в сознании Кришны привлеклись этой идеей, вернуться назад домой к Богу, то нам нужно это, ну, развиваться в этом направлении. В одном из комментариев здесь Прабхупада говорит, это, по-моему, 1866, он говорит, что преданный, он знает хорошо эту планету, Голока Вриндавана, знает ее обитателей, знает, какие у них взаимоотношения. То есть это точно так же, если мы едем в какую-то страну, например, в Индию, да, мы там уже общаемся с теми, кто там был, да, то есть, да, мы какие-то документы там оформляем, то есть, это, билеты покупаем. Точно так же вот это, нам необходимо общение с теми людьми, которые уже там есть. То есть это уровень еще, ну, среднего преданного, который вот одно ногой в материальном мире, а одно ногой в духовном мире. То есть это Ну, как мы можем такое преданное найти, если у нас может не быть глаз таких, чтобы увидеть таких преданных? И это уже по милости Кришны. То есть, это, если Кришна нам... Кришна знает, кто его преданный, Гаура Прияджан, то есть очень дорог для Господа Читания, преданный. Если мы, соответственно, Кришна видит наше сердце, и, соответственно, согласно нашей искренности, он также нам будет посылать и соответствующее общение. То есть, оказывается, вот это развитие любви к Господу, оно возможно только вот в обществе преданных. Только возможно. Нету другого способа развивать сознание Кришны, как служить преданным и служить вместе с преданными. Здесь в комментарии Прабхупада говорит о том, что есть недобросовестные комментаторы, которые сбивают с толку, о том, ну, интерпретируют, что есть
есть еще внутри Кришны кто-то есть. Ну, мне так повезло, ну, вот в своем опыте сознания Кришны я где-то первые полгода ни с кем не соприкасался, ни с какими-то имперсональными философиями, ни даже с какими-то вайшнавскими организациями, ну, гаудиматами и другие. То есть как-то вот меня Кришна берег, и я только вот сходу соприкоснулся только с Шрилой Прабхупадой. Поэтому бывают разные истории, разные сложности. Но самое сложное, как я вот услышал от духовного учителя, что самое сложное во Вриндаване? Вот когда мы едем вот, в земной Вриндаван, что самое сложное во Вриндаване? Может быть, сейчас меньше, но вот раньше больше, но сейчас тоже. Самое сложное во Вриндаване – это оставаться верным Шриле Прабхупаде, верным целомудренным Шриле Прабхупаде. То есть это такое качество, то есть оно во всем проявляется, верность и в мелочах, и в больших вещах, верность гуру, верность Шриле Прабхупаде, потому что Шрила Прабхупада нас именно и вынимает из материального существования, и вот это наше целомудрие по отношению к нему, оно может проявляться в том, что мы принимаем прибежище у него. У него, поклоняясь ему, изучая его книги и помогая преданным, которые расширяют его миссию, распространяют миссию. То есть вот это такой момент. То есть у нас есть, иначе говоря, у нас есть доверие, что полное совершенство я обрету по милости Шрилы Прабхупады. И мне нет необходимости прибегать к каким-то извне вещам. То есть, иначе говоря, даже в таком случае мы будем защищены от, как здесь описывается, от тех, кто пытается наживиться, обманывая других. Это надо практиковать, вот это, кланяться божеству, то есть кланяться преданным, то есть совершать ягью, все, что мы делаем, мы готовим, поем, мы работаем, все это мы 9.27 делаем как по отношению к Господу. Да? Бхава мат бхакто, то есть будь моим преданным. Это 9.26. Предложи мне с любовью цветок, листок, плод или немного воды. Манмана. Как мы можем думать о Господе? Прабхупада пишет здесь в комментарии. Мы должны думать о Кришне с любовью и преданностью. В этом суть бхакти. Для этого нужно постоянно углублять свои знания о Кришне. Что это значит? Это значит, что знания нужно получать от истинного духовного учителя. Кришна – верховная личность Бога, и, как мы неоднократно говорили, его тело нематериально, оно вечно исполнено знания и блаженства. Если все нормально у нас в этом смысле, ну, вот, в постижении Кришны, то это всегда будет интересно, вкусно. Я могу поделиться на своем опыте. Вот, например, в отношении чтения книг Шрилы Прабхупады. То есть это, в принципе, является абсолютно необходимым условием для развития сознания Кришны и очень тяжелым для исполнения. Ну, вот у нас Вискон сейчас, из-за того, что у нас есть Телеграм, Инстаграм, Ютуб, может быть, еще какие-то вещи, которые то время, которое у нас предназначено для чтения, они забирают, ну, у нас время предназначено. Да. И если кто-то искренен в том, чтобы, ну, читать книги достаточно, я могу на самом опыте поделиться, что необходимым условием является регулярность. Потому что почему мы не читаем книги? Потому что нам не открывается. То есть мы читаем, и мы теряем вкус чтения, потому что не открывается. И могу поделиться с опытом, то есть мы можем не испытывать вкуса, поэтому мы не читаем. Ну, так как я свой опыт больше рассказываю. Помогает это, когда мы берем какой-то минимум регулярно. Если мы читаем регулярно, от одного стиха в день, даже можно один стих, можно 5 минут, 10 минут, полчаса, но мы читаем регулярно, вкус обязательно приходит, благодаря регулярности. Но самым значительным моментом, когда книги становятся не сухими, а живыми, является наша джапа.
Оказывается, напрямую связано то мое повторение святого имени, напрямую связано, будут ли открываться мне книги. Я также могу сказать из наставления своего духовного учителя и на своем опыте. Если у нас есть сама идея улучшать джапу, улучшить джапу ежедневно, то и книги нам будут интересны. Если же у нас этой идеи уже нету на данном этапе своей жизни, то может быть такое, что книги тоже не открываются. Это практические советы, где кто хочет улучшить свою ситуацию в отношении чтения книг. И вот это, в принципе, наш путь, вот это регулируемое преднаслужение. То есть нам необходимо вставать пораньше, перед работой, постараться повторять как можно лучше свои круги, 4, 6, 4, 8, 12, кто-то может 16 успеть повторять перед работой. Это идеальная семейная жизнь, может быть, если человек успевает до работы джапу повторить. И нам необходим контакт даже с книгами Прабхупады, связь. Это то, что по-настоящему позволит нам развиться в сознании Кришны, то есть наша деятельность, она будет на духовном уровне. Об этом также говорится в истории, когда с почитания он встретился в Варанаси с этими имперсоналистами, Пракашананда Сарасвати, который обвинял его, что читание Махапрабху не читает Веданту, и Прабхупада пишет комментарии. На самом деле мы читаем комментарии к Веданта Сутре, Шримад Бхагаватам, и это позволяет делать нашу деятельность духовно, если мы изучаем Шримад Бхагаватам в достаточном количестве. Хорошо. Есть определение чистого преднаслужения. Вот есть два определения чистого преднаслужения. Кто-то может вспомнить? Да? Есть Анья Билашта Шуньям, а есть еще одно, которое равноценно ему. Сарва Упадхи Винир Муктам Тат Паратверна Нирмалам Хришикена Хришикеша Севнарам Бхакти Учите. Вот эту тему я тоже хотел сейчас обсудить. Сарва Упадхи Винир Муктам, то есть это тот, кто освобождается от всех упадх, отождествлений и упадхи. То есть это такая бхава. Бхава благодаря рождению. То есть когда я смотрю в зеркало, вот это моя бхава. То есть я вижу, это я мужчина, я женщина, я русский, там, индус. Это бхава. И получается, что нам необходимо эту бхаву поменять. И я помню, как Кадам Бакана с вами рассказывал во Вриндаване, он, оказывается, 5 лет был президентом Кришнабара Мандира в какие-то годы. И у него в документах было, что он живет во Вриндаване. Потом, когда у него это служение поменялось, он уже не был президентом, он там ездил по всему миру. И каждый раз, когда ему нужно было менять документы, и ему спрашивали место жительства, он говорил, Вриндаван, Вриндаван. Так вот, так он тогда говорил на лекции, что если ты можешь прожить в Вриндаване 3 дня, то тогда ты можешь прожить еще 3 месяца. Если сможешь прожить 3 месяца, то сможешь прожить 3 года. Такое благословение, да? А если можешь 3 года, то можешь прожить 30 лет. И вот это он, этот пример свой приводил, что вот это настроение, оно должно поменяться. С того, что я отождествляю себя с счастью этого мира, и с тем, что я отождествляю себя с счастью духовной реальности. И это возможно, когда до некоторой степени там открывается духовная реальность, когда мы приезжаем, мы здесь можем быть, вот, например, спутники Господа Читания, они там всего лишь 5 человек где-то, они приходили во Вриндаван земной, при этом они совершенство, были на совершенном уровне,
Но Господь Читания, Он показал нам пример, решил Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Такура, они очень хотели, чтобы преданные не переезжали во Вриндаван, что оказывается это такое место, вот есть у нас Тиртха, Тиртха это место, где куда приходят садху, где совершают яги, воспевают святые имена, и это место, оно в значительной степени одухотворено. Есть также этот Дхама, это место, где точная копия духовной реальности в земном, проявленной в земном реальности. И Прабхупада в одном из комментариев говорит, что в этом месте даже человек, который не практикует сознание Кришны, он может почувствовать присутствие Господа, он может получить духовную реализацию. И вот благодаря тому, что мы здесь в движении сознания Кришны, мы принимаем духовного учителя, принимаем миссию духовного учителя, мы служим гуру Гауранги, распространяя сознание Кришны, участвуя в харинамах, в распространении прасада, распространении книг, распространении трансцендентного знания. То есть мы по мере силы и возможности вкладываемся в это. Когда мы приезжаем во Вриндаван, то мы получаем ответ от Господа соизмеримо или несоизмеримо своему вкладу, понимаете, то есть это, и мы можем во Вриндаване в обществе преданных, которые уже являются частью Вриндавана, или они до некоторой степени уже получили эту милость Вриндавана, что, в том смысле, что как когда Бакананда с вами, они отождествляют себя жителем Вриндавана, хотя они путешествуют по всему миру, распространяют сознание Кришны по всему миру. Благодаря общению с таким преданным во Вриндаване, слушая о них, о Кришне, от них, вместе с ними воспевая святое имя, мы тоже можем получить этот несоизмеримый ценности дар осознания себя, что мы являемся как личность, являемся не жителями Украины, России, Китая, Индии, мы являемся жителями Вриндавана. Вот это и есть Саропатхи Нирмуктам, это начало этого, что я уже не отождествляю себя с материальным, но у меня есть именно такая привлеченность, что это мой дом. Многие преданные, с кем я общался, они чувствовали этот, что они как домой приехали, или что Кришна за ними наблюдает. То есть это разные могут быть реализации. Но факт в том, что что в конце концов это сараупадха, то есть это вот эти все упадхи материальные, когда у них вирмуктам, то есть уходят, и приходит истинное отождествление. Как Бхактисиддханта Сарасвати Такур, это слуга слуги, но также в свое время нам будет открыто и наше вечное положение, которое мы не будем рассказывать налево и направо. Может быть, кому-то из очень сокровенных, близких, сердечных друзей мы сможем поделиться. Поэтому необходимо стратегия, вот здесь говорится, метод освобождения из плена материальной энергии, развития сознания Кришны. Необходима стратегия, как нам это сознание Кришны развивать. Например, необходимо прочитать все книги Прабхупады. Если у меня этой стратегии нету, то я их никогда и не прочитаю. Например, я услышал о золотом стандарте, что нужно читать 2 часа в день. Я всем об этом говорю, что нужно читать 2 часа в день. И полгода я заметил, что я не прочитал ни одной страницы Бхагавата. Понимаете, я сокрушаюсь о том, что нужно читать 2 часа в день, но никак в этом не продвигаюсь. И потом я увидел преданного, который уже читал 4-ю песню. Я спросил, как у тебя получается так 4-ю песню? Это я вот после фестиваля взял обет читать 3 стиха Шримад Бхагаватам ежедневно. Но в те дни, когда я могу больше, я читаю больше. Вот я за полгода уже дошел до 3-й песни, потому что он читает регулярно, ему Кришна открывается, и он, ему становится это интересно, проявляет интерес, и он читает больше, там полчаса, час читает в день. Это вот стратегия. Соответственно, у нас при всей нашей занятости, будь то
семейный человек или в храме, можете спросить у брахмачари, у кого есть свободное время. Как правило, свободного времени ни у кого нет. То есть тоже определенная занятость может быть. И у нас должна быть стратегия на освоение книг Прабхупады, на развитие определенных качеств. Вот как, например, как Ниранджана с вами, он говорил об этом, когда преданные восхищались его качествами, он говорил, ну, на самом деле, вы не знаете, чего мне это стоило. Каждое из этих качеств я осознанно культивировал. То есть какая-то у нас должна быть стратегия. Например, Прабхупада хотел, чтобы через 10 лет преданные, которые присоединяются, они становились инициирующими духовными учителями. На саньясу там надо сколько-то лет, там 5 или 25, я не знаю, сколько надо. Короче, стоять в очереди в испытательном этом коридоре. Но факт в том, что вот это вот настроение Прабхупады. А в другом месте он говорит, что этот, если человек за, не помню, то ли за полгода, то ли за два года не развил брахманических качеств, то какой смысл в его практике? Поняли-то себя? То есть вот это, ну, то есть это благодаря общению, ну, с такими преданными, которые вот всерьез, ну, намереваются развивать сознание Кришны, мы тоже можем быть успешными. Как есть эта история, когда в одной стране не было 7 лет дождя. И соответственно, совершали очередную ягью, чтобы пошел дождь. И один из новеньких, он пошел на эту ягью с зонтом. А ему говорят, а зачем ты зонт взял? Ведь уже 7 лет не было дождя. Ну как? Ну мы же будем совершать ягью, чтобы пошел дождь. Вот я взял зонтик от дождя. То есть, вот иногда получается, что общение с вновь прибывшими преданными, оно будет, может для нас быть более ценным, потому что мы можем попадать в такое состояние, когда не должным образом практикуем, то есть у нас может быть нет достаточной веры. Поэтому вот это наша защита, когда мы распространяем сознание Кришны, мы соприкасаемся с людьми, которые воспринимают это живо. Например, мы идем на харинами, я помню, ну мы уже привыкли, ну, Кришна там, прасад, преданные. И потом, когда ты поешь святое имя, и потом видишь, как человек, он взрывается, знаете, он восхищается. Так это. И видя вот это восхищение, энтузиазм, тоже оживаешь. Как родители, они, когда у них появляются дети, они их заново воспитывают, ну, воспитывают, они видят мир глазами ребенка, неподдельное удивление. Точно так же, если у нас будут дети в сознании Кришны, для нас не будет сознание Кришны обыденностью. Потому что эти дети в сознании Кришны, они видят все удивительным образом и могут задавать вопросы, которые нас будут сбивать с платформы ума. Например, ребенок может задать вопрос, а почему небо синее? Точно так же и в сознании Кришны ребенок может задать какой-то вопрос, который мы не знаем, как ответить, знаете, но который позволяет нам расшевелиться. Поэтому это естественное положение для каждого из нас, как для жителя духовного мира, когда у нас есть старшие, равные и младшие. То есть у нас есть правильное отношение с этими категориями преданных. Если у нас недостаточно, то есть тоже развитие может быть неправильным. Я хотел сказать несколько слов о Говардхане здесь. У нас был праздник в пятницу, но на самом деле он в пятницу было только Говардхана Пуджа, но эти 7 дней, это Кришна, он держит холм Говардхана на левом мизинце, на мизинце левой руки. Говардхан – это уникальная такая личность, которая именно является преданным Кришне и обладает полномочиями такими для того, чтобы также и нас наделить преданностью, любовью к Богу наравне с Ямуной, пылью Вриндавана,
Гопеша Рамахадев, также Вриндадеви. Гавардхану можно поклоняться как Кришне и как преданному Кришне. И вот именно когда мы поклоняемся ему как преданному Кришне, то можно подниматься на этот уровень именно спонтанной любви к Господу по мере своего созревания в сознании Кришны. И также можем вспомнить пранамантру, мы уже вспоминали еще, она звучит так, пранамантра Гавардхану, когда мы предлагаем ему поклоны. Намасте Гирираджая, намасте Гирираджая, Шри Говардхана намине, Ашеша Клеша нашая, Парамананда дайне. То есть мы предлагаем поклоны Гирираджа. Намасте Гирираджая. То есть я предлагаю поклоны не мне, тебе, Гирираджая, Шри Говардхана намине, по имени Шри Говардхан. Прекрасный Говардхан. И Ашеша Клеша нашая. То есть он уничтожает все страдания, а взамен дарует высшее блаженство. Парамананда дайне. То есть высшую ананду. Дает высшую ананду дайне. Высшую ананду дарует. Потом мы можем это чувствовать. Мы вчера тоже праздновали Винайрамы Прабу. Мы с Киртаном обходили вокруг Гавардхана. И многие-многие преданные, они чувствовали эту расположенность Гирираджа и атмосферу Вриндавана. И также, когда мы приезжаем во Вриндаван, мы можем обходить Гавардхан, получать огромную милость. Но особо мы можем еще почувствовать вкус. Это когда мы с воспеванием святого имени обходим Гавардхан с Харинамой. Это особо можно получить благосклонность Гирираджа. И завтра у нас будет день ухода Прабхупады. Перед уходом Прабхупада хотел также попасть на Гавардхан. Тогда были очень сложные дороги, и преданные решили все-таки его не везти. Шрила Прабхупада, я читал эту книгу Прабхупада, которая маленькая, знаете, распространяется у нас из одной книги Прабхупада. Также я смотрел сериал, по-моему, Бхактичару с вами снял, из 18 серий. Называется «Абхайчаран». Она тоже доступна в интернете. Можно посмотреть этот фильм. Но когда мы начали читать Прабхупада Лиламриту, то там какой-то особый вкус. Вы знаете, то есть если... Вот, например, читали Чаначаран, Гуру Махарадж, много... Они, когда с женой читали, они, ну, плакали часто. Особенно, когда это период распространения уже сознания Кришны в Америке. И я вот когда читаю эту книгу, то я часто, ну, вот у меня те примеры, которые Гуру Махарадж приводил, я их нахожу в Прабхупада Лиламрите. И сам я, ну, могу сказать, что Прабхупада Лиламрита, она, это очень сокровенная книга, которая также может открываться искреннему преданному. Может открываться, что бывало там за час... по 10 таких моментов, которые именно, ну, не как этот, открываются в сердце, знаете, то есть это когда ты оказываешься в той ситуации, в которой Прабхупада со своими преданными рассказывают, и, ну, как это, то есть это Дивиагьян Хриды Прокашиту, то есть это сознание Кришны, это когда изнутри сердца раскрывается божественное знание. То есть, понимаете, то есть это по милости духовного учителя. Поэтому точно так же, когда мы читаем Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, читаем Чаритамриту, Нектар преданности, и Господь изнутри самому преданному открывает трансцендентное знание, точно так же Прабхупада Лиламрита, это игры Прабхупады,
они также могут нам глубоко открываться. И в свое время даже на GBC была такая рекомендация, была, что одновременно с чтением книг Прабхупады или с изучением книг Прабхупады необходимо также изучение книг о Шриле Прабхупаде. Тогда мы можем по-другому, зная личность Шрилы Прабхупады не только во время лекций, а также во время в быту, можно сказать, как он на встрече проводил, то есть его мягкость, вот это сердце, то есть это воспоминания Шрилы Прабхупады тоже, когда преданные рассказывают о нем, это может нам лучше понимать, ну, то есть более целостно понимать его личность. И сейчас тут несколько лет уже есть у нас такой курс «Ученичество Вискон», который помогает, его предназначение, как я понимаю, это для того, чтобы каждый из нас он понял свою обязанность, это иметь личные отношения с Шрилой Прабхупадой. Личные отношения, личную связь, такую, можно сказать, глубокую связь через служение. То есть мы служим Прабхупаде, служим его посланию, служим его миссии, и мы имеем с ним связь. То есть это обязанность нашего дикшагуру укреплять нашу связь с Шрилой Прабхупадой. Поэтому очень хорошо, если мы привяжемся к Шриле Прабхупаде. Когда Прабхупада встретил всю гуру Парампару, и он отчет давал о своей проповеди, и он говорил, что вообще никаких шансов, в принципе, мало шансов, но есть одна зацепка, которая меня очень сильно вдохновляет. Я исполнен веры, что все получится. И они, гуру Парампара спросила, шесть госвами, рупа госвами, все нас спрашивали, что же это. А говорит, они сильно привязаны ко мне. То есть это они сильно привязаны ко мне. То есть это то, что этот, также мы можем в своей жизни развить. По мере нашего взросления, сознания Кришны, мы, конечно, будем все больше и больше понимать, что Прабхупада нас спас. Точно так же, как мы, например, вкладываем своих детей, вот когда мы воспитываем своих детей, то есть два момента, которые ждут родители от детей. Это родители хотят знать, что дети счастливы, и они счастливы, родители, когда дети также благодарны за то, что неоплатный долг. Потому что даже когда у нас есть духовные дети, и дети могут быть еще духовно неблагодарны, и очень часто бывает такое, что ты вкладываешь человека, а он как уходит или предает, или еще как-то по-другому бывает. Но вот именно опыт также показывает, что по мере созревания в сознании Кришны, то часто такие преданные, наши духовные дети, они по мере своего углубления в сознание Кришны, они все больше и больше благодарны. Так, например, какой-то Билла Мангла Такур, у него Чинтамани, это его возлюбленная проститутка, которая ему в определенный момент направила, сказала, что если бы ты с таким же стремлением стремился к Кришне, как ты ко мне сегодня пришел, ты бы, безусловно, достиг бы совершенства в этой жизни. И это и он тут же развернулся и ушел во Вриндаван. И он ей поклоняется, как своему Варну Прадаршика Гуру, может, который направил. Потому что также в нашей жизни мы тоже все больше и больше можем по мере своего прогресса реально сознания Кришны, все больше и больше будем испытывать неоплатный долг по отношению к своим вайшнавам, кто в нашей жизни сыграл роль. Если мы по-настоящему увидим реальность, то что мы из себя сейчас представляем, это как раз также полностью основано на обществе преданных, с кем мы общались. И корнем всего этого является Шрила Прабхупада, который проникает в сердца людей через книги и также проникает через просад, через святое имя на улице, когда мы поем, через лекции, которые преданные дают в интернете. Поэтому в наших интересах видеть мир реальным. И это даже
признак разума. То есть, когда человек благодарен, это признак разума, потому что разум – это видеть причинно-следственную связь. То есть, это, и вот когда мы видим реально причину, следствие, то есть, это мы естественным образом благодарны. Завтра у нас еще будет праздник с 11 часов, будет день ухода Прабхупады. Праздновать будет Прабхупада Катха, поэтому, пожалуйста, приходите. Приходите онлайн, приходите, кто как сможет, согласно своему устремлению сердца. Шрила Прабхупада Ки Джай. Есть еще время на обсуждение. Может быть, кто-то хотел поделиться вдохновляющими моментами относительно возвращения назад домой к Богу, развития любви к Богу, преданности Шрилы Прабхупады. Да. Ага. Повторить момент этот, как связано чтение книг с повторением Святого Имени, да? Если мы работаем над улучшением джапы, и тогда и книги нам будет интересно читать. То есть у нас есть сама идея улучшить джапу. Это может быть, преданный может спросить, а что значит улучшить джапу? А это может быть все, что угодно. Например, я сижу, засыпаю. Иногда улучшить джапу, это значит просто открыть форточку. То есть, прохладный воздух, я уже могу лучше повторять джапу. Но сама идея, что я хочу ее улучшить, то есть я хочу лучше служить Кришне, то есть, или мне интересен Кришна, понимаете? То есть, и это значит, такое настроение, оно будет и Кришну ну, вдохновлять, нам как-то отвечать, да? И, соответственно, и когда мы читаем книги, то же самое настроение, оно будет проявлено. То есть, я... То есть, в принципе, на материальной платформе это же все одно и то же. И бывает неинтересно читать, ну, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Но если мы поднимаемся благодаря тому настроению улучшения джапы и ответу Кришне, мы поднимаемся на эту платформу интереса Кришне, то, соответственно, когда мы читаем книги, нам тоже будет отвечать интерес, а Кришна будет отвечать на наш интерес. Понимаете? Вот поэтому для меня это было открытием, что это связано. То есть, чтение книг и наше отношение к джапе. Потому что мой опыт показывает, что потому что как раз книги не открываются, надолго нас не хватает, понимаете, читать их регулярно. Этот живой процесс должен быть в нашей, это как и живая вера должна быть, живая связь с Кришной. Например, вот мы сейчас находимся здесь, а мы можем сейчас связаться с Кришной на Голоке Вриндаван. Это описывается, этот читание Чаритамрита, 151 стих 19 главы Манделилы, что воспевая Святое Имя Хари Кришна, лиана преданности должна проникнуть сквозь оболочки материальной вселенной, мимо Вайкунтх, достичь Голоки Вриндавана, окутать стопы радышам, укрепиться и потом цвести и плодоносить. Это цветение – это бхава, а плод – плоды – это према. Но даже сейчас, обладая богатством веры, мы можем достичь Голоки Вриндавана. Хотите, можем провести эксперимент. Да? То есть это просто, но для этого нужна вера. То есть вот в этом отличие преданных от всех остальных живых существ. Вера в то, что Кришна это и Святое Имя это есть. Кришна и Святое Имя это есть Кришна. И вера в то, что в шастрах указано, не помню какой источник сейчас, когда Иван Прабху рассказывал, что есть такой стих: с незапамятных времен не было еще такого момента, чтобы кто-либо обратился к Господу с верой и Господь не услышал. То есть, каждый раз, когда кто-то обращается с верой к Господу, то Господь слышит. Вот если мы обладаем этой верой в эту ну, шастру, да, что если я зову Кришну, то Кришна слышит меня. И
Можно так и обратиться вот к Кришне, который сейчас на Голоке Вриндавана. Может, специалисты знают, чем он там сейчас занимается. Но мы не хотим его беспокоить просто так, но мы хотим сказать, что Господь, пожалуйста, мы хотим служить Тебе, да? Взамен на служение. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Это признак намабхаса, когда нам хочется еще повторять. То есть, и вот это метод развития сознания Кришны заключается в том, чтобы 20-25 лет повторять намабхас. 20-25 лет повторять намабхас, вот такой, когда мы чувствуем связь с Кришной. То есть мы обладаем верой в Кришну. То есть связи может не быть. Мы можем просто 2 часа стучать, а там никто не открывает. Понятно? То есть мы то же самое вроде делаем, но не открывает. То есть это тоже может быть ответом Кришны. То есть когда мы стремимся к нему. Но вот этот улучшать джапу, оно также может заключаться в том, что если я все правильно делаю в отношении воспевания святого имени, а Кришна не отвечает, то может быть даже проявлена какая-то эмоция. Господь, ну что я не так делаю? Понимаете, то есть иначе говоря, это тоже может Господу нравиться. Знаете, то есть когда я же живой человек, почему ты не отвечаешь? Да, то есть какие-то должны быть, реальная связь. Это и есть сознание Кришны, когда чем отличается она от религиозности, что связующий процесс преданного служения. Бхакти-йога, она связывает нас с Кришной. Поэтому давайте будем стараться сами искренне практиковать и также помогать другим. Сами будем становиться все лучшими и дорогими преданными для Господа, с умонастроением, что я предназначен для Его наслаждения. То есть вот я живу, я сейчас сижу на лекции, я даю лекцию, я кушаю, я работаю, но все это предназначено для того, чтобы Кришна мной наслаждался. То есть как Свердуша, как Господь, я действую для Его удовлетворения. Например, когда мы проповедуем, вот мне этот момент запомнился, Аударидхама Прабху сказал критерии успешной проповеди. Когда мы общаемся с человеком, и если в течение всего разговора
лотосные стопы духовного учителя не уходили у нас из вида, то вот это признак успешной проповеди. То есть, помните, успешное. Иначе говоря, я все время был инструментом своего Гуру Махараджа. Точно так же, как в Индии, люди, мададжи, они носят набор кувшинов на голове. 3-4 кувшина находят. Они общаются, делятся новостями. И при этом на ней вода не разливается, то есть они носят. Точно так же вот это сознание Кришны, то есть постоянное ощущение Кришны, то есть это чувство Кришны, сознание Кришны, то есть я сознаю Кришну, то есть вместе с Кришной, гуру Кришна, они вместе. То есть это есть вот эта стадия такого связи, связующий процесс преданного служения. И если такого нету, то, конечно, мы можем оказаться в такой ситуации, когда нету свидетелей. Знаете, как он был наедине, но преданный никогда наедине не бывает, то есть он всегда рядом с ним духовный учитель, нам служит Сарим Кришна, и нам необходимо развитие в этом. И метод, это метод сознания Кришны, мы должны искренне хотеть отношений с Господом, это значит дух служения. Вот, Прабхупада эту мантру перевел, Хари Кришна, займите, пожалуйста, меня в служении вам. И должным образом, пропитавшись именно таким воспеванием, нам абхас, когда мы взываем Господу с верой, с умонастроением служения, и мы потом живем этот день, проходим через испытания, через ошибки проходим. Но в конце дня мы предлагаем все свои плоды, своей деятельности, все свои успехи, неудачи, предлагаем Кришне, духовному учителю, и Кришна дарует нам счастье, счастье, прибежище своих лотосных стоп. Всем желаю успехов. Хари Кришна. Спасибо. Дальше у нас будет киртан. Шамананда Прабху будет петь. Я ему договорился наполовину. Если кто-то еще хотел бы добавить что-то, буду рад услышать там это же. Вопрос о том, что часто преданные просят, например, такую практику, когда передать плоды служения там кому-то, да? Да. Да. Ну, я могу поделиться своим опытом, только-только я присоединился, то есть у меня там бабушка оставляла тело еще до сознания Кришны, но я за нее как-то переживал, я услышал от преданных, что бывает, когда кто-то из родственников оставляет тело, то читать, например, 9 главу Бхагавад-гиты и плоды этого чтения посвящать ему. То есть это, мне кажется, это вполне нормальным, если мы так делаем. Бывает такое, это может быть в оскорбительное отношение, оскорбительно может иногда звучать, например, когда мы когда мы как-то относимся к воспеванию святых имени как одной из благоприятных деятельностей, описанной в разделе кармаканды. Ну, то есть это как по-нашему, если по-советскому, знаете, были автоматы такие с газированной водой, и надо было бросить туда монетку, и если не давал газировки, то надо было стукнуть по нему, и он давал тогда газировку, можно было пить. Вот если у нас оскорбительно, когда у нас такое отношение к Хари Кришна Махамантре, знаете, то есть когда мы просто или отношение к Кришне как бесплатному способу превратить бхогу в прасад, знаете, то есть это тоже может быть присутствовать такое у преданных. Поэтому этот момент, как правило, может прослеживаться. Но
я вижу это нормальным, если мы, например, хотим помочь кому-то, какому-то близкому человеку, который нам дорог, или кому-то, это мы можем ему предлагать пищу, просад предлагать, если это недавно оставил тело человека. Да, да. Ага. Смотрите, я как к этому отношусь, я отношусь к этому больше, что моя задача быть дорогим для духовного учителя и для Господа, быть дорогим. И по мере того, насколько я буду дорог для них, по мере того, для них будет, в такой же степени для них будет дорого то, что мне дорого. Понимаете? То есть иначе говоря, мы практикуем чистое предназначение. Уже этого всего достаточно, и, соответственно, наша сила нашей молитвы за других, она зависит от того, насколько мы совершенны, в сознании Кришны, понимаете? То есть, чем больше мы углубляемся в этом совершенстве, тем больше будет эффективна наша молитва за других. Поэтому я лично не люблю это делать. Поняли? То есть, например, плоды этой деятельности, да, кому-то, передавать. Но мне кажется, что это нормально, потому что, это на определенном этапе это может быть нормально. Например, я повторял там джапу, кружочек там за одного родственника, кружочек за другого. И потом на определенном этапе моей жизни мне преданный сказал, как-то мне сказал пару слов, и я уже не захотел это делать, но это не значит, что я перестал заботиться об этих родственниках, понимаете? То есть я больше начал вкладывать в Кришну, то есть именно в само служение Кришне. Я уже относился к повторению этого круга не так, что я повторю этот круг и плоды передам этому человеку, понимаете? Я уже начал повторять, это же дополнительный круг, для удовлетворения Кришны, понимаете, для удовлетворения Кришны. Но об этом человеке я переживаю. Я занимаюсь удовлетворением чувств Кришны, преданным служением, а Кришна видит мое сердце, что я переживаю за этого человека, понимаете? И это будет даже более эффективно, чем моя маленькая вера в Кришну, но попытка помочь людям вот так вот, поняли, то есть как это механическим способом, понимаете? То есть, но это может быть определенный этап, поняли, это нормально, то есть это для кого-то это так, поняли? То есть это Кришна так может ему тоже веру укреплять, понимаете? Он может так расти в вере. Дальше он может уже перейти на то, что, например, на определенном этапе человек, он уже он все долги платит, просто служа Кришне. Понимаете? То есть на определенном этапе духовной жизни. Смотрите, я же говорю, если вы можете перейти на этот уровень сейчас, что вы просто честно служите гуру и Кришне, а за этих людей вы переживаете просто и хотите ему блага. Вот это уже совершенный уровень. Понятно? Да, да. Да. Это тоже такой вопрос, когда иногда говорят передать плоды, а я просто преданно говорю, а я не ради плодов занимаюсь служением, плюс я не знаю, что мне передавать. Это тоже для кого-то это такой подход, знаете, то есть он еще выполняет служение ради того, потом, чтобы для тех, кого он переживает, передать. И на определенном этапе мы можем перейти уже
У нас появилась возможность дальше продолжить преданное служение в форме Харинама Санкиртаны. Это плод нашей аскезы, когда мы 1,5 часа слушали. Теперь мы сможем также отдавать. Спасибо большое всем за внимание. Шри Харинам Санкиртан Яги Ки Джа, Шрила Прабхупада Ки Джа, Нитай Гур, Премананда, Хари Хари Бу. Спасибо за внимание.